Ребята, в начале этого ролика я хочу сделать конкурс на целых 5 сигн именно от меня ВКонтакте. Ребята, что вам нужно сделать, чтобы получить сигну? Первое, это вы обязательно должны быть подписаны на мой канал. Второе, вы должны поставить на это видео лайк. А третье, вы должны написать комментарий «Я участвую» и скинуть ссылку на свой ВК. И тогда я, возможно, отправлю вам сигну. Возможно, ты станешь тем счастливчиком, который получит от меня сигну. То бишь, 5 человек станут счастливчиками. Но я желаю вам приятного просмотра. Всем привет, народ! С вами я, Мозес. Там умерла лошадь. И сегодня я буду обозревать мод под названием Building Boots мод. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Вы поставите на него свой лайк и подпишитесь на канал. Ну а я желаю вам приятного просмотра! В общем-то, ребята, что это за мод? Если вы знаете английский, то вы могли понять то, что building boots, это переводится как строительные ботинки или что-то типа того. Вот. И в этом моде есть 3 пары ботиночек. Первые ботинки называются 1 блок building boots, 2 блока building boots и 3 блока building boots. Давайте вначале попробуем первые ботинки. Сейчас объясню, в чем смысл. И, кстати, крафт этих ботинок вы видите сейчас у себя перед экраном. Вот. Давайте построим, знаете, такой домик из дерева. Ну, короче, смотрите, ставите один блок, потом прыгаете на него. И происходит такое: когда вы идете на следующий блок, он магическим образом просто, ребята, ставится. То есть, смотрите. Ну, это как-то кривой какой-то домик. Ой, что-то подлагало. Вот, сюда, сюда, сюда. Вот так вот идем. Оп. Ну, в общем-то, вот такой вот мод, ребят. Что же, давайте теперь оденем вторые ботинки, которые называются 2 блок building boots. Мы их одеваем. И в чем же смысл вторых ботинок? В том, то, что когда вы ходите, то есть, ну да, он ставит блок. Можете на второй, можете вот сделать вот так вот. И на втором вы сможете идти, то есть смотрите. То есть 2 уровня, ребята. 2 уровня. А на том был только 1 уровень. Понятно, ребят? Вот, вы идете вот так вот. Это очень легко поставить так стекла. В общем-то, вот такие вот такой вот у нас домик получается. 4 стекла, кстати, осталось. Да, также, ребят, если вы в креативе или вы в выживании, у вас тратится блоков одинаково, поэтому. Ну, да. Крутой мод. Кстати, я вам не показал крафт вот этого вот, вот этих вот ботиночек. И вот он у вас перед экраном. Ну а теперь ботинки, которые называются 3 Blocks Building Boots. Вот их крафт. И это такие ботинки, которые сделаны из кирпича красного. Вот, в принципе. Эти, кстати, сделаны из каменных кирпичей, а эти, кстати, сделаны из булыжника, если вам это интересно, конечно. Вот, и давайте же посмотрим, что, на что способны вот эти вот ботиночки, как вы уже поняли по названиям, тут 3 блока можно ставить, 3 блока в высоту. И давайте теперь возьмем кирпич, доделаем до конца, в общем-то, вот, ребята, просто, вы видите это? Ну, тут и скорость, по-моему, больше, чем в обычно. Вот, то есть еще раз ставим, и опять ставим второй уровень, опа. Так, у нас блок сейчас уже кончится, надо побольше блоков себе взять. Третий слой, вот в принципе, на что способны эти ботинки, ребята, 3 слоя, и у нас получается очень прикольный домик. Ну разве это не прекрасно? Ну а я, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось это видео, поставьте на него свой лайк и подпишитесь на канал. Ну что же, всем пока!